Полсотни собаководов стали участниками экстремального забега Dog Trail. На старт они вышли вместе со своими питомцами. Среди гостей были и жители соседней Архангельской области. Во время забега на дистанции 2 километра собаки были в шлейках, а поводок крепился к поясу проводника. Участие в соревнованиях приняли разные породы собак – маламута, ретривера, цверкшнауцера, овчарки. Были также папильон, джек-рассел-терьер, цверкпинчер и такса.